Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Виктория. Сегодня мы с вами приготовим котлеты из кабачков. Рецепт простой. Такие котлетки получаются очень сочные. Если рецепт вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления нам понадобится куриное филе или уже готовый фарш. Также можно использовать любое другое мясо, любой мясной фарш. Кабачки у меня один кабачок 300 грамм, луковица, одна луковица, яйцо, чеснок, специи, зелень, специи по вкусу, растительное масло и панировочные сухари. Кабачок для блендера я очищать не буду, я просто обрежу хвостики и нарежу его на небольшие кусочки, вот таким образом. Если вы будете замешивать не в блендере, фарш у вас уже, например, готовый, у меня, потому что фарш у меня еще не готов, то кабачок можно просто натереть на терке и при надобности немного отжать. И смешаете все это вместе с фаршем. В блендер отправляю мясо. К мясу добавляю соль. Соль, перец, все это добавляем по вкусу. Перчу. Добавляю немного кориандра и добавляю чеснок. Сначала буду перемалывать мясо, потом буду добавлять все остальное. Так, фарш я перемолола на блендере, вот он, я его выложила. Сейчас я буду перемалывать, значит, кабачки, лук и чеснок. Ну вот, все, я все намолола. Сейчас перекладываю сюда кабачки. Кабачки всегда прибавляют много сочности котлеткам. Такой летний рецептик, незатейливый. Но получается очень вкусно и ароматно. И очень по-летнему. Отправляю сюда одно яйцо. Я всегда добавляю немного растительного масла, но это по желанию. Где-то одну столовую ложечку вот так. И 2 столовые ложки панировочных сухарей. Если нужно, можно еще подсолить, подперчить, добавить специи, те, которые вам больше нравятся. И все хорошо перемешиваем до однородности. Не забывайте добавлять зелень. Сковородку я смазала растительным маслом, чтобы сразу на сковородку выкладывать котлетки. И сейчас начинаю формировать котлеты и выкладывать сразу на сковороду. Для удобства можно смочить руки немного водой. Котлетки формируйте по своему вкусу, большие, маленькие. Я буду делать среднего размера котлетки. У меня небольшое количество фарша и кабачка. Я делаю на 3 взрослых человека и ребенка. Ну, при желании вы можете удвоить пропорции и получится у вас побольше. Данного количества продуктов у меня получилось 9 котлеток. Если их делать немного поменьше, то как раз получится на 10 штук. И сейчас я их буду обжаривать. Обжариваю котлетки на среднем огне. Ну, по пару минут с каждой стороны. Слишком долго обжаривать я их не буду, потому что потом я их буду выкладывать вот в такое жаропрочное блюдо и запекать в духовке еще минут 30. Ну, вот сейчас еще пару минут обжарим с этой стороны и потом будем их перекладывать в блюдо для выпекания. И духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов. Формочку смазываю маслом и аккуратно перекладываю котлетки в формочку. Ну вот, все котлетки я обжарила, одна у меня вместилась еле-еле, я ее бочком поставила, ничего страшного. И отправляю наши котлетки в духовку на 30 минут. Котлетки у меня запекались в духовке
40 минут в итоге. Сейчас я вам разломаю одну котлетку и покажу, какая она сочная получилась внутри. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю прекрасного настроения, приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока!